Итак, я знаю, что тебя зовут Вова, я знаю, что ты знаешь три слова, на этом словарный запас твой не исчерпан. Покажи, пожалуйста, плакат. Что на этом плакате нарисовано, кроме надписи StarLadder? Дота, Зев, Тай, Темочка. И так все. А где здесь Вилат? Зачем Вилат? А вот это не Вилат? В будущем похож. Вилат, тебе привет. А болеешь ты за кого? За Альянс. То есть ты болеешь за шведов и рисуешь вот такие вот жабы? Да. Ты четкий воин просто. Ну, красивый плакатик. Я очень впечатлен, как и все люди, стоящие там сзади за камерой. Ну и кто вот это вот, по-твоему? Эмочка. Я просто слаб в героях Dota 2, но, по-моему, она похожа на какую-то Китану из МК. Возможно, с Mortal Kombat. Возможно. Ты тоже не забыл упомянуть 3-2-2, как тебе вообще этот прикол? Очень отлично. Надо было больше денег ставить, чтобы больше выиграть. Надо было больше денег все-таки ставить, да, хорошо. Ну вот, хороший плакат, хороший человек, идеальные советы для солов на будущее.